Вот они тренируются сейчас под руководством знаменитой польской пары супругов Зюдыков. Решили свою короткую программу Стейси Кемп и Дэвид Кинг. Ну, честно говоря, я ожидал большего выступления этой пары. Хотя вот их даже не то что называли претендентами на медали, но во всяком случае, вот если четверку главных претендентов я назвал, то вот уже вслед за ними шли как раз Стейси Кемп и Дэвид Кинг. Но я думаю, что как-то не впечатлило меня их катание. Я думаю, что с таким выступлением трудно претендовать на самые высокие места. Но я напомню, что они были шестыми на прошлом чемпионате Европы, но вот на чемпионате мира были только 15-ми. Двойной флип, они чисто его выполнили, параллельный прыжок. Ну, хотя флип один из сложных прыжков, но все-таки двойной прыжок всего-навсего. Ну, здесь не совсем четко выполненный выезд после выброса. Итальянцы, которые пока лидируют.
вот так в предвкушении оценок. Дэвид Кинг. Да, они становятся лидерами 47,98 секунды, но это результат где-то на полтора балла. Вот недовольно, мы видим, что недовольна Стейси Кэмп. На полтора где-то балла хуже результата, который у них уже был в этом сезоне.